Sony опубликовала первый трейлер нового полнометражного мультфильма «На связи». По сюжету Кэти Митчелл поступает в киношколу и скоро должна улететь в другой город на учебу. Она надеется поскорее вырваться из дома и завести новых друзей. Но отец решает сам отвезти ее на учебу и берет в путешествие всю семью. Внезапно в дороге все электронные устройства оживают и пытаются захватить власть. Теперь с помощью двух сломанных роботов семье предстоит остановить восстание. Мультфильм выйдет в прокат 17 сентября.